улице 50 лет СССР произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого движение троллейбуса было затруднено. А эта видеозапись нам показывает последствия ДТП на Демской трассе. В Чишминском районе на 25-м километре автодороги М5 Урал-Чишмы-Маяки житель города Уфы за рулем автомашины «Шевроле Нива», двигаясь со стороны Двликанова, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с большегрузом. 60-летний водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы. Также стоит отметить, что на Ниве была летняя резина. Также в этот день вечером на трассе Уфа-Оренбург «Газель» на летней резине слетела в кювет. В салоне находились 8 человек, один пострадал. При движении со стороны Уфы после Чишмов примерно через 5 километров, не доезжая до деревни Шингакуль, автомобиль занесло, и он сначала выехал на встречную полосу, затем слетел в кювет. К счастью, встречных машин в этот момент не оказалось.